17 февраля самое уникальное подразделение Беларуси – рота почетного караула – отметило 28 лет со дня основания. Особенность службы элитных войск можно заметить еще во время призывной кампании, где в военных комиссариатах изучают личные дела кандидатов, обращая внимание не только на психологическое и физическое состояние, но и на правильные черты лица будущих солдат. В приоритете у нас и для нас – это первая группа здоровья, у личного состава наших будущих подчиненных, скажем так. Далее это рост не менее 185 и, конечно, хорошие физические данные. Причина такого отбора по внешним признакам из-за того, что мы всегда на виду, мы визитная карта нашей страны, именно поэтому там должны служить настоящие патриоты и, скажем так, красавцы. С 1995 года офицеры и солдаты роты почетного караула участвуют во всех встречах иностранных делегаций на высшем уровне. Ни одно протокольное мероприятие с участием первых лиц государства не обходится без этого элитного подразделения. Тренировки на плацу военной комендатуры проходят каждый день и длятся не менее 8 часов, независимо от погодных условий. Несмотря на это, многие парни ставят цель пройти службу именно в парадном подразделении белорусской армии. Еще до службы в роте почетного караула я мечтал о том, чтобы проходить здесь срочную службу. Для меня рота почетного караула – это элитное подразделение, аналогов которому нет. Ко всем выездным мероприятиям солдаты готовятся словно к свиданию с любимой девушкой. Идеальная стрижка и чистейшая форма одежды. У нас достаточно строгая подготовка к мероприятиям. Это связано с тем, что мы являемся лицом Вооруженных сил Республики Беларусь. И поэтому это было бы просто странно, если бы мы не выглядели просто на 11 баллов из 10. В роте есть замечательная традиция, когда кто-то уезжает домой в трехсуточное увольнение или в отпуск, он привозит из дома магнитик товарищам на память о себе, чтобы, когда срочная служба закончится, вспоминал о товарище. Сложная, но такая интересная. Именно так описывает свою службу младший сержант. Поздравляю всех причастных с наступившим праздником, Днем основания роты почетного караула. Желаю приятной службы и вспоминайте о ней только с улыбкой на лице. Мы поздравляем каждого военнослужащего с Днем защитника Отечества и благодарим за мирное небо над головой.